Всем привет, девочки и мальчики. Сегодня целый день то работаю, то судебное заседание. Было судебное заседание, подавал Бишимбаев на апелляцию. Суд оставил все без изменений, чему не могу порадоваться. Без изменений. Так что пускай сидит. Осталось только Верховный суд. Но я не думаю, что Верховный суд что-то может изменить, потому что дело очень такое резонансное. Не думаю я, что это кому-то надо. Да и вообще, зачем деньги выкидывать на адвокатов? Бесполезно все. Особенно этот, блин, Бишимбаев, этот адвокат, вообще тормоз, блин. Все ему не так, все ему не это. Тормоз. Всем привет, девочки и мальчики. Было лето. Теперь гроза. Ну, 2 дня ничего, такое лето было. Я не выхожу, занимаюсь все делами. Я пакую чемоданы, девочки. У меня перевес. Мне хочется и то взять, и то. У меня перевес. Я не знаю, что... Это я еще свои вещи не положила. Что делать? Не знаю я. Ну, вот хожу возле тех чемоданов. Як-то клуша. Выкладу, потом опять засуну, потом опять. У меня перевес, у меня реально перевес. Я не знаю, что делать. Там такое дело, о, как темно стало. В раз все затянуло, в раз просто. Темно, как в танке. Что у меня делается? Что у меня делается? У меня один уже вот полный. Я эти вещи все вытаскиваю, затаскиваю. Пол шифонера переворотила. Не знаю, что брать, что не брать. Короче, не знаю, что делать. У меня перевес. Перевес. И это еще не все. Не везде перевес. Что во мне, что вне меня. Везде перевес. Ой-ой-ой, что у нас началось. И вот с чемоданами как дура сегодня полдня. Я не знаю, что в мире происходит. И если бы в окно еще не выглядывала, не знала, почему на улице происходит погода. Сейчас 3 часа дня, чтобы вы понимали. Посмотрите, как темно. Как темно стало. Поехала сегодня, заплатила Сережин штраф. Потом что, куда еще? Зачем я ездила вообще? Не помню уже. Зачем-то еще ездила. Такой ветер, что даже зонт не поможет. Зонт не поможет. Льет так, знаете, с бульбочками прям. Бульки на воде. Хотя мои цветы не достают, я все равно каждое утро поливаю, их не польет. Не достает. Ой, что делаться? 2 дня вот так вот хорошо, прям что лето-лето было. Ой, вчера спать невыносимо было. Кто вчера играл, девочки? Турки играли, выиграли, по-моему. Судя по тому, что мои турецкие соседи орали, значит, турки выиграли. Я говорю, даже не заходила сегодня, не смотрела, что там происходит и где. Я знаю, что мне выслали, только у нас женщина в городе пропала. Ну, по-моему, она на медикаментах, что, может, деменция или еще чего-то. Что выслали мне. А так, потом начали ездить на дороге пибипкать. Сигналили, сигналили. Я уже была так, вроде уснула, ничего. Короче, всю ночь маялась. Вообще плохо спала. А сегодня днем, думаю, может, поела и это что-то телевизор включила фильм. «Пятая группа крови», что ли, называется? Не знаю, какой-то фильм включила, идет. И думала, может, киморну. А не могу, мне сразу ноги выворачивает. Крутит и все. Готовлюсь, собираюсь, что, завтра пятница. Завтра пятница, там совсем немножко остается.
Неделька буквально. И мне надо же все собрать, все приготовить. Поэтому вообще даже за камеру не берусь. И ничего нового не происходит. Думаю себе и все. Чтобы все нормально было. Скорее бы он прошел, пока мне на работу идти, чтобы он прошел. Дождик. Артем вчера заходил, заболел тоже. Все болеют. У меня тоже носу чешется. Но вообще вся голова забитая. Поэтому никакого желания ничего делать нету, честно. Такие планы себе после работы сделала. То сделаю. Пришла и ни хрена не сделала. И, наверное, уже сегодня не буду делать. Может быть, завтра. Завтра мне до обеда не надо, может быть, завтра. Сегодня уже точно ничего не буду делать. Вот все время, как только планы построишь, все через... Сейчас с подругой разговаривала с Казахстаном, то же самое. Говорит, сделала одни планы, а так хозяйство, и все непредсказуемо, получается другое. Ой, надо же подготовиться, ты же едешь. Я говорю, успокойся. Я что, блин, какая-то VIP-персона голубых кровей? Это вот другая едет там. Что ты? Прям что ты уже заранее там проговаривает? Я говорю, Наташка, мы двери просто не откроем, и все. Че, первый раз, что ли? Вот такие вот дела. Я вообще непривередливая. И тем более к друзьям, которые с детства. Сейчас сидели, тоже вспоминали. Че, дети выросли и стараются где-нигде уже обдурить. Им скажешь в одно время прийти, а они позже. Ну и говорит, что сын там это самое где-то опоздал, не могла дозвониться. И все, знаете, какие-то придумывают ухищрения, чтобы обмануть родителей, что раньше пришел. Мы тоже все это делали. Я говорю, просто он еще не знает, что мы, говорю, творили раньше, чтобы попасть домой тихо-тихо, чтобы никто не слышал. Вот это выбросы адреналина было, когда ты пришел с дискотеки позже того времени, когда тебе сказали прийти. Вот это был выброс адреналина. Я говорю, слушай, говорю, а как мы в эти форточки залазили? Говорю, как? Это такая высота была, эти такие маленькие форточки. Как мы в них залазили? Это просто жесть. Или у нас в веранде был до щеколды, чтобы дотянуться, да, там немножко стекло было разбито. И вот надо было рукой туда залезть и до щеколды дотянуться, а оно очень низко было. Ну, это человек-змея, человек-змея просто. Раздерешь эту руку до крови, но ты все равно туда залезешь и откроешь. Чтоб только тебя не засекли. И вот эти вот 2 метра, дойдя до своей комнаты, это такой выброс адреналина был. Ой, а хочется подольше, подольше. А потом уже, когда можно было подольше, а уже оно не хочется. Ты поработаешься, наработаешься, тебе уже спать хочется. Вот парадокс, да? Когда нельзя, хочется. Когда можно, не хочется. Да... Чего только не было. Я говорю, все равно у нас там намного интереснее было. Особенно если в деревне. Ну, как деревня. У нас районный центр был. Там такой поселок огромный был. Сейчас, не знаю, больше половины уничтожено. Напрочь. Просто. Просто уничтожено. Страсть, что сделали с поселком. А так-то... Народу, молодежи сколько было. Просто. А здесь, тем более, когда появились вот эти гаджеты, телефоны, все. Деградирует молодежь, фантазия вообще. Я говорю, сейчас выпусти городских вот так на прожить в деревню. С голоду помруть. А мы же, блин. На что только не шли. Что только не придумывали. Чем себя только не занимали.
и весело было. Самые такие вот веселые годы здесь. Даже выпускной здесь. Сейчас же выпускные здесь были. У них все, ну, торжественное вот вручение аттестатом. Вручили им там эти аттестаты. Мы делали какие-то конкурсы, там все, да, весело. Родители участвовали. Здесь этого нету. Здесь настолько так все скучно. Старались одеваться красиво. Потом шли, да, ресторан, гуляли вместе с родителями. Потом собирались вместе с учительницами своими. У нас вот, например, выпускных класса два было, да, 63 выпускника у нас было, две учительницы. И шли. Так у нас было три класса. Но после 9-го какое-то количество учеников уходит, там поступать или что-то. И вот с этих делали два класса. И шли рассвет встречать, гитара, песни, все. А здесь вообще ничего этого нет. Вообще. Никакие рестораны, ничего. Если вот сами дети, вот какая-то группа или весь класс договорятся где-то посидеть, еще могут посидеть. Но все равно такого, как у нас было там, не было. Там, блин, каждой клеткой своего тела прочувствуешь вот это вот все, вот это вручение торжественно. Про каждого у нас стишок сочинялся, там эти цветы, учителя, слезы, сопли, вот это вот все было здесь как-то не то. Здесь так вот официальную часть сделают, вручили и с Богом. Нет такого. Ну, здесь как-то вообще вот квадратиш практиш гуд. Говорят, что вот это чем проще, тем у них здесь нет такого. Во-первых, у нас экзаменов херова куча было государственных, да, что это. Экзамены надо было все сдать. Плюс мы еще все равно готовились этот какой-то концерт сделать, какие-то песни, пляски, то все. Это все было на одном дыхании. Плюс костюмы, платья, это все как-то, не знаю. Но здесь нет такого. Здесь некоторые дети идут в новый выпускной, как будто только что с постели он встал. Серьезно, даже вот взять, у моих детей были выпускные, да, и сразу видно, кто вот серьезно к этому подошел, кто не очень. Некоторые в шортах приходили и в джинсах приходили. А так как у нас прям все, нет этого. Ну, абитур, кто заканчивает, там абибал делают, что так более-менее торжественный, да? А школу не особо. Вот такие вот дела. Ну, сейчас мы... Вот недавно я читала буквально в газете, очень много учеников осталось, понимаете? Ну, короче, не скажу, что там тупые, да? Очень много детей учатся плохо. Наш Бремерхафен вообще на первом месте стоит. Очень плохо учатся. Не хотят дети сейчас учиться. Не хотят их. У них другие интересы какие-то, да? Не знаю. Тоже, наверное, от родителей зависит. Вот в газете у нас стояло, что мало выпускников в этом году было, потому что очень много пооставались. Не знаю, по какой причине. Ну, просто не хотят, у них другие интересы. Вот эти компьютеры, да вот эти телефоны, да все. Хотя я бы не сказала, что у нас в городе. Ну, где-то собираются все равно эти молодежь, где-то что она собирается. Где-то он за школой собирается кого-то отлупить. Ой, опять парня убили. Опять убили парня. Не знаю, какой город. Подтвердили уже точно, да, что этот мальчик найден, который весной был, убежал.
ушел из дома. Да. Вот это все напрягает, оно все равно дает. Даже если ты абстрагируешься и не хочешь об этом думать, оно со всех сторон напрягает вот этот негатив. Не знаю я. Я недавно шла, и идут три девчонки, ну, несовершеннолетние, понимаете, ну, по лет 15, может быть. И они идут, и они разговаривают про политику. Уже это со всех, ну, со всех сковородок одно и то же, одно и то же. Уже молодежь даже поговорить на другие темы не могут. Хотя тебе 15 лет, какая тебе политика? У тебя тут другое в голове должно быть. И вот одна доказывает другой, там что-то про Палестину говорили и Израиль. Что-то одна другой доказывали. Думаю, блин, вот это вот отовсюду этот ужас. Сейчас там Ливан чего-то. Ну, надолго это все затянется, и сейчас земля будет мстить. Будет такое, знаете, процесс отбора. Сейчас, видите, говорят в основном о вранье, поощряется вранье. А те, кто говорит правду, вызывают ненависть и негатив на них. И вот такой вот круговорот воды в природе, вон я смотрю. Ничего такой. Интересно, надолго? Нет. Гроза, по идее, должна быстро закончиться, но уже полчаса. Полчаса есть, льет. Ну, воздух, правда, такой свежий прям стал. Но оно, прежде чем лупануть, оно парило. Парило, парило и напарило.